стоит игра с Эсперанцией? Как в команде атмосфера перед? Атмосфера хорошая, все хотят выиграть сейчас, но все настраиваются серьезно, чтобы не допустить какой-то ошибки, чтобы нету никакой недооценки, все очень серьезно настраиваются. Для нас сейчас каждая игра важна, что Дача, Шериф, мы сами, любая команда, для нас все игры важны. Одна ошибка, не дай бог что-то случится, и все, что мы делали до этого, сейчас это все пойдет на смарку. Так что все настраиваются очень серьезно. Болельщики ждут команды голов в матче с Эсперанцией, особенно что матч мы сами не забили. И мы хотим, мы будем забивать, будем стараться как можно больше порадовать болельщиков, чтобы они приходили так же нас поддерживали, как и все эти игры. Будем для них стараться. Эсперанцы, какая самая сильная сторона? Ну, если честно, я даже не видел в этом году их игру. Но думаю, не знаю, наверное, они где-то в опорной зоне, может, наверное, более так будут. В обороне, потому что все равно такие команды, как они, будут в обороне все-таки играть больше. Если честно, даже не в этом сезоне, как они играют.